Доброе утро, соратники! Национальное освободительное движение проводит одиночный пикет у Следственного комитета Российской Федерации. Сегодня 20 число. И как и прежде, мы выдвигаем требования расследовать события 91 года и дать правовую оценку действиям Горбачева. Со мной плакаты. Сейчас покажу. С текстом: народ требует от правоохранительных органов провести расследование государственного переворота 91 года и дать ему правовую оценку. Переданы более 150 тысяч подписей. Работай, братья. Мы в вас верим. Национальное освободительное движение. И чистки пятой колонны. Освободите занимаемые должности и привлечь к уголовной ответственности лиц, находящихся в органах власти, в СМИ, в бизнесе, которые препятствуют восстановлению суверенитета. Утро, народ. Иду по улице, на работу. Вчера я стоял на Останкино с плакатом. Равили из Казани. Замечательный плакат оказался. Наши СМИ, Геббельс ТВ. Реакция была просто зашкаливающая. И что радует, что людей с позитивным отношением к тексту больше, чем с негативом. Некоторые вообще откровенно просто куражило. Ну, мы понимаем, сочувствуем. Ну, что делать? Эти люди, я имею в виду работники СМИ, не хотят услышать требования народа. Их не только куражить будет, и не только скорая будет приезжать. И автозаки, и катафалки. Все к этому ведет. Так что ставьте, ребята, лайки, присоединяемся, активнее участвуем в нашем национальном освободительном движении. Наше дело право, мы победим. Всего хорошего.